Вы понимаете, дело в том, что, во-первых, никто не знает, если этот договор, долг существует. Потому что все лгут. Все лгут. Как будто, я не знаю, то есть, это, то есть эти говорят об аудите. Наверное, должен состояться какой-то аудит. Должны сверить какие-то цифры. Я не уверен, что этот долг существует. А если он существует, то прокуратура уже должна заниматься этим. Потому что потребитель платил за потребляемый газ. А если предприятие, которое ему этот газ давало или перепродавало, не заплатило тому, который нам этот газ поставлял, то куда ушли деньги? Куда ушли деньги? Где эти деньги?